В новых регионах России регулярно выступает культ-бригада концертной организации «Москонцерт». Она рассказывает о возможностях, предоставляемых столицей, грантах, форумах, онлайн-образовании, наставниках и организациях, поддерживающих молодежь. Мероприятия рассчитаны на студентов и учащихся заведений среднего профессионального образования в возрасте от 15 до 22 лет. Бригада выезжает в университеты, академии, колледжи и школы Луганска, Стаханова, Донецка, Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Геническа, Скадовска и других городов. Она уже объехала более 60 населенных пунктов с декабря прошлого года. Спикеры не только общаются с молодежью, но и проводят различные лекции, семинары по биологии, робототехнике, финансовой грамотности, истории, культуре и возможностях 3D-печати. Ребятам рассказывают о том, что такое диалог культур, как создается музыка и как мозг воспринимает различную информацию. Креативная культ-бригада «Москонцерта» сотрудничает с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», Российским обществом знания, образовательным проектом «Art Masters», фондом Никиты Томилина и Ассамблеей народов России. Это позволяет значительно расширить спектр тем и проектов.